Друзья, всем привет! Я сейчас, короче, на работе. Сейчас вот пью чаек. Вот. Вот такой вот у меня чаек с лимончиком. Сейчас лимончик съем. Вот такой вот у меня лимончик. Кислятина такая. Ну так, я читал, короче, про лимоны, что их полезно очень есть, потому что они это сосуды чистят от холестерина. Вот, и я сейчас, короче, пью именно чай всегда с лимоном, всегда лимон. Если кончается, иду покупать лимон, чтобы всегда чаек был с лимончиком. Вот. Так что вот такие, друзья, дела. По утрам пью оливковое масло, столовую ложку оливкового масла. Потом в течение дня пью чай с лимоном. В общем, стараюсь как-то оздоравливаться. Вот. На улице сегодня вообще не холодно, тепло. Ну так, минус есть, но, наверное, это может минус 2, минус 3, так не сильно. Вот. У нас тут на работе интернет отключили плохо. Теперь интернета нету. Не знаю, когда подключат. Получается, у меня интернет только вот в телефоне есть, и все. А так нет интернета. Вот такие вот дела. Опять у меня небольшая борода отросла. Ну, вы у меня спрашивали про бороду. Я писал вам, да, что это. Я люблю ходить с небольшой бородой. Мне нравится. Вот. Вот так вот. Вчера с отцом переписывался по телефону. Так немножко, пару слов пообщались с ним. Он вчера на смене был, дежурил. Вот, теперь я отца не скоро увижу, только аж в конце апреля. Конечно, жалко, да? Вы все любите, когда я отца снимаю на видео, но до конца апреля отца не смогу снимать. Вот. Потому что я в Москве, а он в Курской области. Вот. Так вот. Ну а что делать? Надо работать, зарабатывать. По-другому никак. Нужен заработок. Тут, слава богу, у нас хоть на работе как бы более-менее все нормально. Там и платят зарплату стабильно, и аванс, и зарплата. Все, в общем, так неплохо. Вот. Так что вот такие вот дела, друзья. Это так, такое разговорное видео, так немножечко поболтать с вами. Так, немножко. А то мне как-то скучно на работе сидеть без вас.
То хоть вы, мои друзья, меня поддерживаете, хоть пообщаюсь с вами. Вот. Мне интересно вот именно с вами так в комментариях общаться. По поводу вот стрима я недавно только проводил. Ну, я буквально там включил ненадолго, да. Это. Ну, короче, вообще было два человека. В общем, смысл стрима проводить пока нету. Вот надо, наверное, надо, чтобы хотя бы было, может, 10 тысяч подписчиков, да? Тогда на стриме будет, может, человек 20-30. Вот. А так, как бы, при таком количестве подписчиков стримы проводить не имеет смысла, поэтому будем общаться с вами, друзья, это, в комментариях. Вы будете мне писать, я буду вам писать, и будем вот так общаться с вами. Вот так вот. Надо девушке моей позвонить сейчас. У нее это сегодня выходной. Вот. Она там немножко приболела. Жалко ее, конечно. Там у нее спина болит. Вот. Ходит, уколы делает. В общем, немножко приболела она. Вот такие вот. Надеюсь все-таки, что это весной встречусь с ней. Хочу туда к ней поехать. Вот. И встретиться. Но это уже в конце апреля. Вот. До апреля месяца надо будет в Москве быть, пахать, работать, зарабатывать. Так что вот такие вот дела, друзья. Такая тишина вот в кабинете сидишь и прям слышно, как это, как часы ходят. Не знаю, вам слышно, может, нет. Вот, друзья. Сейчас, короче, немножко еще поболтаю с вами и пойду там, мне надо там сходить аудитории проверить, в общем. Поработать нужно. Это так, немножечко поболтаю с вами это с утра пораньше. С утра пришел на работу, чайку попил, а потом, конечно, надо будет работать. Вот. Кстати, это, нам дали другой кабинет, мы в другой кабинет переехали. То у нас был кабинет на первом этаже, теперь и на втором этаже. Вот, новый кабинет. Так что теперь работаем в новом кабинете. Ну, мы все свое перетащили. Вот диванчик вот этот старенький. Столы, компьютер, холодильник. В общем, все перетащили в кабинет. Вот. Давайте я вам так покажу немножко. Вот смотрите. Вот такой вот кабинет. Такой вот новый кабинет. Тут у нас пылесос. Вон там стол. В общем, вот так вот. Теперь в новом кабинете, друзья. Тут вид такой, со второго этажа более-менее такой, лучше, чем с первого этажа. Могу вам показать, смотрите, какой вид, друзья. Вот так вот. Освещение тут зато хорошее, лампочки такие яркие вообще. Прям я вот смотрю, такая картинка на телефоне нормальная, прям четкая все. Видно. Ну ладно, друзья, это вот такое разговорное видео, захотелось с вами так пообщаться. Вот. Спасибо вам за просмотр, счастья вам, здоровья, удачи и всего-всего самого наилучшего.
И пусть все ваши мечты сбываются, и пусть все у вас будет хорошо. Все, друзья, всем счастливо, всем пока и до новых встреч. Увидимся. Всем пока, друзья.